Мы приехали с дальнего рубежа, нам вот построили автобус, делаем пончики. Спасибо. Поэтому пробуйте пончики, приезжайте в Гусев. Гусев? Гусев. Это же далеко. Я думал, это Гусев. А, это Гурьевск. Ну, а Керсин. Это проект «Окей, Гусев». Погнали. Еще раз. Ну что, наконец-то я приехал в Гурьевск, все, Олег, что, поперли? Как ты добилась такого результата на голове? Ты тазик туда свеклу, да? Я хотела стать пони, понимаете? Пони? Да. И как, получилось? Я понял, удачи тебе стать пони. Я маленькая лошадка. А вы два братика, да, я так понял? Соседи. Ну, что, похожи? Да, очень похожи. Вы близнецы, да, наверное? Соседи просто. Не, я понял, близнецы. То есть, по сути, вы можете это на выходные девушки меняться. Да не, я просто потолще немного. Там, да. Пропали. Можно вопросик один буквально вам задать? Отметить хотел, вы так филигранно справились с задачей вручения кубков. Мне особенно понравилось, как вы по-свойски вот так вот чисто давали граба. Можно мне одного такого? Да, конечно. Как ваше настроение? Отличное настроение. Хотел выделить вашу речь на открытии Дня города Гурьевск. Это просто было шедеврально. Вот, четко, по делу, кратко, сестра талант, как говорится. Да, вы долго готовились вообще? День города Гурьевска в сентябре. Ну вот, собственно, и все. Сколько сантиметров бицепс? Размер не важно, я считаю. Тренировочный стаж? 47 лет. Что нравится твоей девушке? Вопросов больше нет. В курсе мисс Гурьевск. За кого болеете? За себя. Мы там уже были. Были? Вы участвовали в конкурсе «Мисс Гурьевск». Какое место? «Мисс Спорт». «Мисс Спорт». Короче, фигово, да, выступила? Знаете, кто сегодня будет выступать? Конечно. Лоя. Лоя, знаете ее? Один хотя бы трек ее. Любимая певица. Серьезно? Конечно. У тебя очень хреновый вкус. Я тоже так считаю. Девчонки, привет. Вы же участвуете в «Мисс Гурьевск», да, сегодня? Нет. А вы в курсе, что вы не умеете макияж делать? Знаем. Да, серьезно? По своему лицу это видели. Вы в Гурьевске покупали, да, косметику? Да. Оказалось, не очень, да, чуть? Да. Не, нам нравится. По лицу нравится, да? Как мальчики клюют на это? Конечно, к нам подходят, пальцем показывают на нас. Говорят, кинемся на лечение. Мисс Гурьевск 2017! Екатерина Полякина! Ты не выиграла? Нет, ты не выиграла. Я не выиграла. Нет, мы у нее не будем брать интервью. Вот она. Но ты взгрела, да? А ну, есть прям немного. Да. Что дают за мисс Гурьевск? Сертификат на 100 тысяч рублей. Как считаешь, все куплено? Нет. Сколько заплатила? 100 тысяч рублей. О, это же вы! Да, это вы! Здорово! Здорово! Давно не виделись. Привет, все нормально. Помните, мы общались? Ярые фанаты Ханны. Конечно. Давайте напоем ее песню, вот эту, самую известную. Потеряла голову, я! Вы знаете, что вы взорвали YouTube просто к чертям? Просто в клочья его. Там адрес, тысячи просмотров всего. Да, да. Там 100 тысяч миллионов просмотров. Как девчонки на этот раз? Лучше, чем в прошлом году? Да, нормально. Гурьевские девчонки молодцы. Я за них всегда рад. Отвечаю. Потому что они самые красивые в нашей России. Их нам не победить никогда в жизни. Только русские мужики их спасут мир. И вот, все, никто вот мы, больше. Мы, русские мужики, вот мы. Да. Спасем мир. Вы знаете, кто сегодня будет выступать? Лоя. Лоя? Да. Лоя, да? Я буду сейчас песню. Лоя, да? Да. Давайте песню хотя бы ее, одну песню. По-любому знаете. Я буду с тобой рядом там, что такое, да. Я буду с тобой рядом. Мама говорит, я где? Что-то. Я забыл нахуй. Когда вы выходите на сцену выступать, я приду посмотреть. Да мы попозже, пацаны, попозже. Через минут 15-20. Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен.
нужен. Я вас видела, когда вы приходили на саундчеке. Во, серьезно? Мне нужно басы отстроить. Классно, то есть вы меня узнали? Я узнала сразу. Все, а я тоже вас узнала, ну, вот теперь точно. Первый раз же в Гурьевске? Именно в Гурьевске, да. Я в шоке, очень много позитива, радости, детей. Все очень тепло. До этого для стариков, да, выступала все время? Конечно. Ты была номинанткой премии РУ-ТВ, правильно? Да. Ты выступала в группе Feist & Family. Да. Сейчас выступаешь в Гурьевске. Да. Что не так? Все так, все как надо. У меня достаточно много наград, и я считаю, что все заслужено. И то, что я ушла из группы, это большой плюс. Такая несправедливость историческая. Нет ни одной песни про Гурьевск. Я серьезно, нет ни одной песни про Гурьевск. Это эпик фейл. Придумаем? Сейчас прям? Да, прям сейчас. Можно прям взять самый главный твой хит и переделать его. Какой твой главный Гурьевск. Хит? Гурьевск. Я просто не знаю, какой твой главный хит. Твой Гурь, твой Евск, который так мне нужен. То счастье и что-нибудь там такое еще. Это все заслужено. Ты сама пишешь себе песни? Да. Заметно, да? Долго, да, наверное, процесс занимает? Сегодня День молодежи. Я поздравляю каждого жителя города Гурьевска и желаю как можно больше счастья. Благодаря тому, что ты выступила сегодня в Гурьевске, у тебя будет плюс 3 подписчика в Инстаграме. Ура! Прям классно. Ура! Я мечтала об этом так давно. Спасибо. Проект «Окей, Гурьевск». Подписывайтесь на канал. Я вас там всех жду. И спасибо огромное. Это был День молодежи города Гурьевска. Путеводитель по городам. И мы обещаем, что мы еще вернемся в родные края. Ну а сейчас... Тусим!